Жители поселка Малаховка отметили христианский праздник. Рождественские гуляния прошли в летнем парке. Мероприятие состоялось в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». На празднике работали мои коллеги. У нас сегодня Рождество проходит у всех, естественно. А так как у нас земля люберецкая, и у нас всегда на все праздники идет спортивный праздник. Поэтому сегодня мы для детей решили его также устроить. Посетители летнего парка ждали не только сказочные герои, спортивные игры и песни. На празднике организовали гонки на собачьих упряжках. Дети катались на сказочных санках, ватрушках и даже квадроциклах. Мне здесь нравится очень. Больше всего мне понравилось катание на собаках и квадроцикле. Замечательный праздник, потрясающий. Дети катаются на собаках, вообще классно. Подарки, музыка классная, вообще супер. Мороз нам нипочем. И чай еще можно согревающий попить, чтобы не замерзнуть такой мороз. Согреться могли не только горячим чаем, но и рождественским костром. Гостей угощали выпечкой и сладостями. Всем детям вручили подарки от сказочных героев. Несмотря на мороз, атмосфера в парке теплая и праздничная. Я лишь хочу сказать, чтобы сбывались все самые смелые мечты сегодня, в Рождество Христово. Я всех поздравляю с этим праздником и, конечно, с наступившим Новым годом. Ура! Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.